Всем привет, мы доехали до Талдыкургана, поехали куда-то направо-вверх, едем опять с квадроциклами. Едем в сторону Текелей. Все зелено, красиво по бокам. Ушли налево и поднимаемся уже в горы. Такая дорога горная, тут такая вот речка. Оказывается, эта дорога, там сверху ГЭС строят. У детей сзади вот так, в общем, все разложено. Они едут лежа. Классно, все им удобно, могут спать. Переезжаем. Мост. Речку. Вот такой вот мост деревянный, прикольный. Красиво! Дети первым делом пошли купаться. Давай, окунись! Ух! Теперь туда, в центр! Вот мы все разложили и теперь сели перекусить. Ну что, место нравится, нормальное, да? Такая вот гора большая возле нас прям. Березки, речка горная. Вот так вот красиво.
участок такой. Сказали, где-то радоновые здесь источники есть. Ну, посмотрим. Ну что, вот такая вот природа. Дорога, конечно, очень тяжелая. Я думаю, маленький квадроцикл сюда не проедет, но посмотрим. Земляника? Ого, покажи! Классная! Дорога, конечно, тут джип хрен проедет. Но места прикольные. Земляника растет. Снизу речка. Надо на супер подготовленной машине ехать. Маленький водопадик.
Приехали мы жарить мясо, покатались. Здесь баранина, свинина, стейк, здесь свинина, другой соус. Здесь крылышки у нас. Раз, два, три, четыре вида шашлыка. Вот тусовка вечерняя. Немножко не сплачь. Куда-то поехать. Сорваться? Да, сорваться без проблем. Если это как бы свободное время есть. Вода поднялась. У меня есть. Вода на полметра больше. Вода сильно поднялась. Решили проехать немножко в другое ущелье. Зачем? Вот такая вот дорога. Снизу река. Красиво очень. Прям классно. Мост. Не знаю, куда ведет эта дорога. Далеко или нет, но красиво. Дует ветер, куда-то провода уходят дальше. Смотрим, что тут у нас. Это получается, вода собирается. Не знаю зачем. Большая такая плотина. Вода мутная. Дорога по низу идет, по реке.
спускаемся к маленькому водопаду. Сейчас здесь дорога заканчивается. Вот. Ехали по кушарам, все заросшее. Снизу такая красота. Вот он. Маленький такой водопадик. Там, наверное, сверху родник какой-то идет. С него течет, скорее всего. Первый раз приехали. Есть дорога? Знаю. А, мы сейчас. Ну тут я знаю, что она размытая специально. Сейчас пойду посмотрю. Получается все. Вот она. Заканчивается. Она, видно, раньше по краю шла. Ее подмыло. Тропинка есть. И дальше вон она есть дорога. Сейчас покажу. Мне самому все время интересно было, как ее здесь размыло. Можно проехать или нет. Да, река, конечно, намного мощнее, чем там. Тут прямо она бурная. Даже на квадроцикле не проехать. И вот дальше дорога. Вот по краю, получается, была. Дальше тоже размыто.
Ага. Вот здесь вот тоже обвалилась. И дальше вон она в деревьях, видно, что дальше идет. И по этому ущелью, и там водопады, Бурхан-Булак получается. Ну вот мы выезжаем обратно, едем вернее уже. Вот так все красиво здесь. Не остались ночевать, едем на Копчегай. На Копчегай останемся на одну ночище. И в понедельник уже домой вернемся. На Копчегае уже 2 часа. Все почти разъехались, но еще народу много. Вот. Вода теплая. Классная. Миш, не надо. Миша, не надо. Солнце садится. Тебе кто плохо пусть. Миша! Откуда доставали, но на палатку не попали, осталось сухое место у нас, под машину даже вода попадала, это было ночью. Здесь у нас вчера стояла барбекюшница. Вот, вода, видите, прям под машину затекала.